Самые горячие и самые первые фанаты любого спортсмена – его родные. Но это после боя. До выхода на татами – концентрация на предстоящем сражении. Сосредоточенная 10-летняя девочка Василиса Ильина. После первой схватки – равенство по очкам. Непонятно, кто победил. Предстоит еще один бой. Тренер Сухраби Акбаршо настраивает Василису. Хочу попробовать новый прием. Спину и плечо. В левую стойку, да? Хочу вправо. Вправо? Да. Хорошо. Ну, давайте попробуем. Но аккуратно должно быть, потому что эта схватка для нас очень важна. Василиса доводит до автоматизма задуманный прием. Дело привычное. Девочка уже 2 года ходит в секцию в Раменском. Итак, соперницы выходят на татами. И у Василисы все получается. Победа. Поздравляем, первое место. Спасибо. Давайте. Ага. Вот еще мама радуется, еще там. Бабушка там у нас тоже радуется. Турнир организован Федерацией дзюдо Одинцовского округа. Проводится в спорткомплексе МГИМО. По словам президента Федерации Андрея Панкратова, в этом году удивительно много спортсменов из других регионов России. Архангельская, Ленинградская область, Чувашия, Дагестан. Все дело в репутации соревнования. Скажем так, мы боремся за то, чтобы была чистота судейства и соблюдали все правила. Поэтому у нас он популярнее и популярнее с каждым днем. В этом году на участие в турнире заявилось 30 команд, более 1500 участников. С репутацией у турнира уже все в порядке. Теперь осталось поработать над известностью, чтобы на трибунах за спортсменов болели не только папы с мамами. Тимур Гайсин, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».